Мастерами кунг-фу не рождаются. Так, всем привет, с вами Леон, и сегодня мы продолжаем играть в Skate, да, по многочисленным вашим просьбам, мы продолжаем играть в Skate 3. Я попробую теперь записывать Full HD, хотя это бессмысленно, потому что игры на PlayStation идут в 720p разрешении. Поэтому, ну, это, грубо говоря, глупости записывать Full HD, игры с PlayStation, но все же я попробую, как записывается Bandicam'ом, новой программой, и теперь, помимо этого всего, у меня идет запись видео непосредственно через другую программу, я посмотрю, как она записывает, возможно, серия будет не очень такая классная, и мы просто зафейлим много. Многие вы писали, что необходимо проходить обучение. Ну, давайте, пожалуй, это правильная мысль, поэтому давайте попробуем какие-нибудь обучения. Так, удержите L2, R2, чтобы пригнуться, отпусти L2, R2, чтобы выпрямиться. То есть попроходим обучение, и потом с вами уже посмотрим, что мы будем делать. Вот я выбрал какое-то обучение. Так, подкачка. Эй, это что? Ну, я понял. Это чтобы, когда мы, допустим, пригнись. Так, подождите, вот для ускорения. В желтой зоне пригнись. Ага, L2. Stand up. See, it's easy, man. All right, do another one. Так, я ни хрена не понял. Crouch, man. All right, now stand up. All right, I think you're getting it. Try a couple on your own. I told you it's easy, man. Now do another one. Я плохо понимаю, как это следует линии. То есть мы как бы пригинаемся. Ладно, давайте сделаем другое. Вот, допустим, вот тут. Вот тут, блин. А вот тут у нас не вышло. То есть, смотрите, в чем смысл? Мы должны держаться. То есть, вот тут начинай. А, сейчас все будет, дорогие друзья, я понял. Почему? Вот тут, допустим, начали мы. Да, что-то мы трюкачок заделали. Вот тут надо попробовать, вот. Что-то нифига. L2, R2 же написали они, да? Странно. Следуя от линии отталкиваюсь. То есть вот тут нажали. В синей линии мы нажали. Отпустили. Оп. Что-то все равно не херня какая-то получается. Сейчас. Посмотрим. Перезапуск. Давайте перезапуск нажмем, просто начнем. Это важно, детишки, подкачка. Вот что нужно, чтобы научиться поддерживать скорость перехода при прохождении переходов вверх-вниз. Я хочу, чтобы ты заполз синюю зону до того, как ты поднимешься в переход, а потом встанешь в желтой зоне. Это будет поддерживать твою скорость высокой. Так. Тут я понял. Пригнись в голубой зоне, а потом выпрямись в желтый. Ну вот, все ясно. Да блин, он... С этими дебильными... Ну-ка, еще раз. А, ну все, понятно, то есть мы поддержим тем самым скорость переходов. Так, тут еще советовал трюк, это, конечно, я думаю, нас бы потом обучили, но хочется сейчас.
О, видели? Видели, офигеть, что мы сделали. Блин, блин, это был классный трюк. Это я нажал R1 по советам многих. Сейчас. Надо скорость нам. Да, прикольно, слушайте. Ладно, давайте поедем дальше. Вот тут, оп-оп-оп. Делай любой переход, говорят нам. То есть мы, по-моему, без проблем сделали. Так, а осталось-то где? Ну все, в принципе, понятно, чтобы мы скорость не теряли, мы это все делаем. Так, а теперь... Да, прикольно, слушайте. Где еще? Где еще один переход? На трубе, что ли? Так, сделай рывок в четверти трубы. То есть, допустим. Поздравляю, мы прошли обучение. Слушайте, это прикольно. Вот тут нажимаем. Да, отлично. Так, ну давайте с вами теперь перейдем на карту и нажмем какой-нибудь фильм. Сделаем что-нибудь. Что-нибудь такое безбашенное. Вот там вроде написано было «Порви свою линию». Посмотрим, что мы сможем порвать и как вообще это сделать. Так, маленький совет, нажми X, чтобы выйти из чего-то там. Ого, ого, давай попробуем тут проходить сквозь чел, выполним нечто на высоких перилах. Что ж, это круто. Так, поднимись по лестнице с трюками, сделай рывок по ступенькам вниз, сделай гринд на перилах. Давайте, чё ж терять-то? Сделай рывок вниз по ступенькам. Это где? Это вот тут. И потом. То есть понятно. Сейчас мы с вами. О, это вообще был шикарный трюк. Ну и теперь гринд. Блин, гринд у нас не вышел. Сейчас надо еще раз. Вот. Блин, нужен больше разгон, но так вообще нифига не получается у нас. Так. Вот, пошло. Пошел процесс. Да что ж такое-то, а? Вот. Есть. Ну, конечно, трюк у нас не получился так, что прям плавно, но сейчас нам покажет фильмец. Сам прикольный трюк вот этот был. Офигенный просто. Ну и вот он наш гринд. Итак, ребят, небольшая заминочка, да, надо отключать все телефоны, но я должен быть на связи просто банально иногда, чтобы кое-какие вопросы решать. Уху, доктор Пайпер! Это было прикольно. Это просто мне доктор Пеппер заплатил, что если я покажу их, то они мне дадут очень много денег. Что ж, мы зашли куда-то. Наберите больше очков через обруч. Надо попасть в обруч. Я вот это не понял. Да, и серия будет коротковата, потому что мне надо будет уже через 10 минут уезжать. Ух ты, 200 тысяч очков надо. Херня, вопрос. Это у нас режим, когда мы убиваем нашего скейтера. Охренеть. Вот что случилось бы с нами. Мы набрали лишь 36 тысяч очков и не прошли нахрен через обруч.
Эй! А это важно было. Что ж, нам нужен просто больше разгон. Хотя бы отсюда. Чтобы... Сейчас мы точку пометим. Сейчас. Черт возьми, мы не прошли. Так, точку я другую был. Иди к маркеру, вот моя точка. Сейчас, прыжок. Слушайте, это было забавно. Но не так. Давай, вообще херня. Супер удар ногой, а? Если бы мы попали в обруч, то все было круто. Но, к сожалению... Это что, еще на время, что ли, что-то? Что за бред? Что за испытание на время? Повтор, конечно же, мы же не сделали его. Да, тут, видимо, надо... Смотрите, мы даже ничего сделать не смогли. У нас просто не хватает почему-то скорости. Давайте пометим тут маркер. Даже вот тут. О-о-о! Смотрите! Шикарно! Мы застряли в дереве. Ну, мы прошли через обруч. То есть, поместить маркер. Нет, идти к маркеру. Нет. Сейчас мы с вами вот тут точку поставим. Возрождение. Поместим маркер. И как жахни по этому. Вот. А теперь... Обруч. Чего он встал? Не так надо. Надо вот так, с разбега. Эй. Черт возьми. Ну. Что-то мы не... А, тут, слушайте. По-моему... Я понял, в чем суть. Тут, короче, идет накопленным эффектом. Накопленным эффектом очки. Поэтому надо как можно больше очков набрать. Через обруч причем. То есть как-то этот обруч надо задеть. И поместим маркер. Ну и все. Сейчас мы сделаем 200 тысяч. Слушайте, мы были близко. Но это не через обруч. Это не через обруч. Что ж такое-то, а? Мне вот не нравится нажимать дохерища кнопок, которые нужно тут нажать, чтобы... Чтобы отпуститься, это надо нажать R2, R3. Вот. Есть. Ну вот это точно через обруч. Что вы мне тут рассказываете? О, да, далее, то есть идти к маркеру, опять разбег. Черт, мы должны успеть. Черт возьми, 60. Это не через обруч, но он какой у нас нижний брейк. Мы показываем. Нет, не далее. Идти к маркеру. Что на время-то делают эти задания дурацкие? Вот. Есть. Сколько мы? 200 тысяч-то мы точно не наберем.
Эх ты, не успели. Ну вот, показывают, как мы летим. Это очень забавно, я бы сказал. Так, сейчас, мы должны это повторить, мы должны это сделать и закончить на этом. Все. Так, давайте мы, пожалуй, вот сюда придем. Ну, что ж такое-то? Ну, ты что? Тупорылые создания. Вот тут ставим маркер. Бежим, 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 бежим. Разгоняемся. Летим. Летим, летим удачно. Ну, он должен брыкаться. Он должен. Что, дали? Дадут, думаете? Нет, не дали. Так, 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 так. И... Жук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, что ты? Отталкивайся, черт возьми. Он не отталкивается, подруга. Вот, 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 вот. Летим. Супермен. Есть. У-ху! Да, давай, 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 давай. Вот, то есть, все отлично тут. Вышло, 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 вышло. Ну-ка. Так, 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 сейчас мы пролетим. И теперь Супермен. Это даже не Супермен, это что-то немыслимое. Идти к маркеру. 100 тысяч наберем за один раз. Ой-ой-ой. Ой, 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 ой. Что мы назад? Черт возьми, а. Но это было прикольно. Вон, летим как сурикат. Супермен. Что ж, ребят, давайте на этом мы завершим данную серию. В общем, в следующей серии мы обязательно продолжим. Ну, а мне нужно идти. В общем, всем спасибо. И всем пока, до новых встреч, в новых прохождениях Skate. Если хотите видеть прохождение, ставьте лайки. Не хотите видеть, ну, гуляйте лесом. И не заходите на наш канал. На наш канал, на котором хотят видеть игру Skate. В общем, всем спасибо. Обязательно ставьте лайки.